Можно спускаться? Да, тихо, спокойно. Ой, блядь, двери открыли. А, иду я воды попью. А, мы тут с другой стороны зашли, да? Куда прицелиться? Аккуратно. О, дверь открывается. Угу. О! Еще рисунок нашел? Нашел. Башня какая-то. Дня какая-то. Нужно отдохнуть. Вот рядом с нами монстры. Давай к нам. А где ты нашел картинку? В принтере. Я в принтере тоже нашел. Ой, там. А там оба уже. Вот тут лежит что-то. А, это посидеть. Видел? Нет. Кого? Где монстры? Вон. О, попить можно. А здесь забрикадировались, с той стороны. Через сюда, через. Через куда? Сюда только? Да. Сквозь стекло убить можно? Сквозь пленку? Взорви. Да. Попробуй, да. Взорви. Зарай попробуй. Прикол. А, не открывайте, не открывайте только дверь. Два зуба выбил. Добей. Добил. Эй, Денис, ты тут? Музыку. Меня. А как бомбой пользоваться? Сначала левой активировать, да, и потом... Ой, правой активировать. Она, и... она долго взрывается, но можно. Я попробую. А может... Давай. Отойди. Просто... Вот, на... сюда, на ящик. Она прилипает. Вот так, мы так сможем на этого босса, да, приклеить? Да, я сейчас еще одну липучую. Давай я сделаю тоже. Сделаю. А как липучая делается? Смола. Мы на босса прилепим и взорвем. В упор не будем драться. Я одну такую. Ой, у меня 4 только. Что 4? Пятую надо сделать. У меня одна бомба вообще. Я могу еще одну делать, но у меня не выйдет. Все, погнали. Или идем на перекурчик? Нет. Давайте. Давай заканчиваем, не тянем резину. Шоколадку. Рома, 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 бери. Где сейчас доктор? Где? Бедный доктор. Где доктор? Не, я бы тоже не работал бы здесь. Ой, кто-то насрал. Ой, тут их много. Мазяки. О, отметка какая-то. Где? А, не знаю, ничего не подобавилось. А, идем сюда. А, вы убили уже? Идем драться, когда убились. Так я только раз стрельнул. Они живые. Кашка была там на стенке. О, я что-то слышу. Таблетки. Где? Во мне. Если нужно. Тряпки. Тут они эксперименты проводили. А Рока дальше пошел? А не. Нет, это назад. Дальше это здесь. Ой, а как пройти сюда? Просто. Как? Стеллаж здесь. Давай. А вот. Ромка. Через окно. Ёб твою мать, вот упрямый. Я стрёмно, я первый не пойду. Давай, Юля. Давай, иди быстрее. Посмотри, что там. Нет, здесь на этом этаже ничего. Нифига себе, ничего тут. Что это такое? А, нужно куда-то камни складывать, чтобы она открылась. Мозги, мозги. Это эксперимент какой-то. Смотри, Ром, ты это, понимаешь, химик. Иди сюда. Вон. В смысле химия? Это ни хрена не химия. Астрономия или что-то?
Подождите, проверьте меня. А, не все. Я могу здесь кнопочку нажать. Ой, подожди. Есть кнопочка? Да. Я тоже. Это, наверное, босс будет. Так, подожди, тут еще можно зайти. О, подожди, видео, запись есть. Сейчас я пересмотрю ее. Где? Чё-то я не могу эту кнопочку нажать. Сейчас, подождите. Ну да, что-то внутри сейчас тревдовато встало. А у меня, скорее всего, нету ключа от этой кнопочки. У меня тут это тоже кнопка показывает. Подождите. Но нажать я не могу. Это должно быть. Ты что там делаешь? Я эту кассету смотрел. Вот тут написано Daddy Dead. Папа умер. Все, нажимайте, готовьте. Ну так я не могу нажать. Идите, я приклеил бомбу. По твою. Блять. Вовремя ты. А как ее открыть? Еще раз клею. Стойте, тихо, не в бомбе дело, не в бомбе дело. А что? Надо что-то другое думать. Тут обход будет, по-любому. Думаем логично, да? Это. Отойдите. Ты придурок! Я нашел! Что ты нашел? Влад, ключи! Тимми закрытый! Больше Тимми! Да, опа! Тимми. О, Тимми! Здоров, Тимми! Афиг, ой! Он мертвый? Я не знаю, я достаю его. Доставай. А кажется, достать должен на итог он? Не знаю. А, так он сдох. Бывает. Нет, только ты достаешь. А мы видим, как ты это делаешь. Нафиг. А чё нем на что-то? Чё с ним делать? Ай! Сейчас мы его оживим, походу. Не кровать её, положи мою. Я бы этого не делал. Я как доктор вам советую. А, игрушку дали ему. Сейчас он сам оживёт. Игрушка не собранная. А забей! У меня делает. Да, сейчас буду оживлять его. Это, соедини два провода. Он сам все делает, я вообще его просто сижу. Ты рассказываешь что-то, я не вижу. Короче, он берет эти шнуры. На монитор смотри. Во. Доктор, блять. А ты сначала пульс проверил? Может, пульса нету и уже... Да, забей его. Тихо. Сейчас что-то будет серьезное. Че, двери открылись опять? Да. Ты его ушел? Ты его ушел? Назад положишь? Не, все. Нет, он походу сам пойдет туда. Подожди, задание появилось. Я тоже добавился. На экране, пацаны, ничего не добавилось. Найдите новую жертву. А, давай, иди. Юрка, иди. Юлька. Юлька, ты самый ненужный, иди туда. Да. Туда? Не, сюда. Заходи. Залазь. А мне нельзя. Нельзя? Новую жертву найти. Где-то должен быть выход. Денис! О, идите сюда идите. Открылась дверь. О, Каев, пошли. То есть не надо пожертвовать. Но Юлик молодец, не пожертвовал с собой. В смысле? Пошел. Но он пошел же. Я пошел. Опа, попить хочу. Да, черт, блин, хватит. Вот. Убивайте. Зачем впускаете? Отойди, Юка.
Через дверь стреляй, я стреляю луком. Нет, что-то... О, голову, голову вышло. Дайте я его взорву, отойдите, отойдите. Отойдите, двери. Зачем? Не трать! Не трать, бух. Что не трать? Забей. Где-то мои стрелы тут должны быть. А, я походу подобрал их, сорян. Почему он горит? А он жертвой мог бы стать, не? А трупа можно туда? Или нужно живого? Хотите? А, я сюда прошел. Я не иди домой. Бабло. Попить, о, шоколадки. Хочешь? Пацаны, шоколадки есть. Вот они продаются. Вам центов дать? Забирайте, сколько надо. Так мы не видим. Я вижу. Плоть это ты видишь. Нет, я вижу. Все видят. А кто-то брал? А еще и центы падают. Ой. Я сказал это, да? Давайте я его отнесу, туда закину. Кого? А, труп, давай. Ой, тут кости уже. Не, не за. Да нет, новую жертву на нового человека найти. Не, ну зачем? Жертва. Зачем одного человека менять на другого человека? Какая разница? Или ну, что типа... вам? Или вам этот Тимми очень важен? Нет, это Тимми вообще на него похож. Нет, это типа наш сын. В смысле наш? Нас четверо, он один. Ну да, он от какой-то мамы. Он от какой-то мамы. Ну чё, нашли его? Помни! Еще ищем. Чё, куда идём? Да, вон, пошли за ними. Опа, тряпочка. Алкашка вроде. О, лаборатория. О, таблетки всего. Кассету взял. Где кассета? Где кассету взял? Или это не... Нет, не она была. Мне кажется, намекают, что нам надо будет потом еще идти. Ой, тут какие-то кровавые следы. Это, скорее всего, мои, может. А, у тебя месячные, точно. Вот тут... Давай... О, спать здесь можно, идем спать. Тихо-тихо-тихо, там монстр где-то идет. О, давай. Идем спать. Мы можем? Сейчас, подождите. Только не знаю, зачем. А, Дениса нету. А, Денис вышел. Он вышел, Денис вышел? Да-да. Да, вышел. Где Юлька? Да днем пойдем. Зет? Не знаю, зачем? Опять интересно, в лаборатории взяли и уснули прямо. Шоколадки идем кушать. А, ебать. Подожди, попить я могу здесь. Все, я готов. Чай шоколадки скинул. Попил, покушал. Где шоколадку скинул? Ай, мне пофиг, я съел, что которая у меня будет. Походу монстр будет, потому что, смотрите, дед на тене висит. А, да, я взял. Что? Дяди. А, там... Типа, что злой дядя. Ну, папа, типа, осторожно, злой дядька здесь. Я вот, не хочу. Вот, похоже, так. Вену. Да, он появится сразу. Юлька, иди. Что там? Съебали. Иди дальше. Давай мы посмотрим. Мне кажется, не появится, пока что мы синий зайдем. Иди дальше, Юлька. До конца из самого. Кто-нибудь снимает это? Да, я записываю. Там все нормально, можно проходить? Он нажмет там что-то. Он нажмет и босс будет с нашей стороны, мне кажется. Здесь ребенок. Во, пошли. Ладно, идем. У меня дверь не открывается. У меня тоже. Главное, Юлик, они... Смотри, мы над пещерой. Ой, это стекло здесь, можно идти? Да, это стекло. А, ну мы будем здесь драться с боссом, так это нормально. По всей этой территории будем бегать. Нет, здесь ребенок. Где ребенок? Мы сдохнем, как думаете? О, девочка. Гасим ее. Я думаю, как ты ее дотронулся, да нет. Ой, какая она неженькая.
жрет монстра какого-то. Нет. Что она жрет? Да пальцем показывает. Пизда тебе. Вот он, папа. Нет, нет, она показывает. Подожди, подожди. Она что-то объясняет ему. Так, походу, она папу своего позвала. Я так и понял. Опа! Нет, она и есть папа. Пейте, пейте. Я кинул на нее бомбы. Оп, у меня броня пропала. Закидываем. Осторожно, у меня броня. Он броню съел бы. Я гранату кинул. Воу! Кинул падение. Воюем, воюем! Ой, он меня ударил. Ну все нормально, я живой. Он не съел мне броню. Оу. Отлично, поднимите, я на тебя. О! Юлик, ты что, бессмертный? Броня пропадает? Алло? Нет. Пропадает. У меня пропала одна. У меня три пропало. Бум большой будет сейчас. А, спасибо, ты мне всю броню взял. Серьезно? Давай я тебе дам броню. Где? У меня еще две есть. Взрывайте? Кидайте, взрывайте его, если есть чем. Ждем. Все. Все? Да. Вон там много мелких. Где? Я взял ее на плечо. Что делать с ним? А, на руку. Гасите, оберегайте. Я не сумел. Может выкинуть ее? Я говорю. Ребят, это еще не последний босс. Это не последний босс. Так, вы не. А вы там моих стрел не видели нечаянно? Я много стрелял. Подожди, он кого-то несет. У всех броня есть? Куда его нести? Туда нам нужно. Да-да-да, туда. Эрнест! Ну. Так твоя дочка, значит. По-любому. У тебя броня полная? Не полная, у меня две только. Давай я дам тебе. Да забей, не будет больше схваток на мне. Посмотрите. Смотри, не ждет нас похуй. Забрал ребенка своего, побежал. Че, убили его, все? Не, мы босса убили вроде. Вроде. Если это босс, конечно. Если босса, очень легко, мы справились как-то. Да он вообще какой-то на изи. Я его там, короче, раз, два. Да-да, одним баллончиком. Он лишь бы денег, блядь. Детей забрал и... Ты странный какой-то. Кто? Ты. Чего? Почему? Ребенка взял его в ноги. Очень интересно. Я первый заметил. Вообще, я пришел обратно. Подожди. Без нас нет. Подожди нас. Он уже всунул, наверное. Не-не-не. Давай. А зачем ты двоих взял? Зачем ты кинул того? Что ты не делаешь, говори. Туда сади. Да, сажай назад. А там жертва. Да, там где Тимми был. О. Теперь у него две их. Live sample required. Что там? О, чё ты? У неё что-то выпало. С неё что-то выпало, поднимите. Карточка. Найдите живую жертву. Найдите живую жертву. Юка, иди. Вот здесь, вот сюда, вот, это дверь, которую вы взрывали, придурки. Открылась? Да, которую Виталик все хотел взорвать. Раз пять. Ну так он за живой жертвой хотел сразу. А, да. Подожди, я фонарик возьму. То есть вы говорите, что нам эту хуйню не надо было убивать?
Это просто не босс был. Дай броню. В смысле не босс? У меня взрывчатка закончилась. Сделай еще. Нечего. Дайте ему броню. Броню дать? Держи. Нормально, у меня тут. У меня одна осталась, так я не дам. У меня 7 есть. Держи, блин, но... рассматривай. Это я взрывчатки сделаю. Все, успокойся. А, у меня часов нету, у меня часов нету. Все, каев, каев. Тоже нет часов. Часы могу дать, у меня 2 есть. У меня есть, у меня есть. Давай часы тогда сделаем. Подожди, давай до конца дойдем. Смотри, даю часы. А, там в пещеру и надо идти. Кому часы нужны? Мне. Дай мне. Виталику. Кому часы нужны? Куда ты бил? Вернись. Дай еще один. Еще один дать? Да. Так, подаешь. Все, взяли. Так, что ты мне показываешь? Ты сейчас еще один дам. Все, бери. Кому? Взял? Все, я взял. Подожди. Кому еще часы нужны? Так, центы. Нужны кому часы еще? Блять, что еще нужно? Часы. Часы, монеты, смола. Кому часы нужны, Рома, возьми часы. А, бутылка, скотч. Рома, возьми часы, будешь на время смотреть. Зачем? Я не знаю, кому часы нужны, Виталий, да мне забери. Нужны. Что я уже взял? Давай. Вы идете? Нет, не вижу. Подожди, нет еще часов. Не взял. Так, бутылка, а, скотч. Да как? Дай мне часы. Сейчас там. Они вот. Так. Бери. А кого-то не хватает? Там значит, кто-то да. Жить, кто-то взрывает. А где ты? А вот тут наверху. Взял? Там больше некуда. Взял, Виталий? Ой, Юлик. Чё-то я кушать захотел. Угу. Вы заколебали, идемте. Босса убил. Держите кто-нибудь. Одну бомбу, кто умеет. Вот тут щель есть. Вы идете? Держи. Они застряли. Я не знаю, у меня есть. Они закрепали. Что, нам держите? Просто идем. В туннель. Держите. Что ты даешь? Мне не нужно, мне полное. У меня все есть, не надо. Это взрывчатка. Так, пофиг, будешь кидать там. Алло. Сейчас увидишь. Я не думаю, что нам надо в пещеру. Все уже прошли. Лезем? Спускаться. По стенке. Так а там и дальше пройтись. Нам чисто вниз так, ну, легче спрыгнуть, наверное. Не, подойдите, аккуратно. Больно? Не. 0 хп потерял. Ебать. Больно. Что вы тут кинули? Я фаер. Это fire. Заколебали вы, предупреждаете. Так он урон не дает. Бля, снова плыть. Так может там не надо плыть никуда. Я одеваю. Поплыл. Ну ладно, раз вы так хотите, так и будет. Блять, у меня пол этого баллона только. На ходу можно поменять? Нет, нельзя. Я не думаю, что нам далеко нужно плыть. У меня тоже пол баллона только. У меня целый, я поменял в прошлый раз. А вы мне объясните. Я вынырнул. О, я думаю, мы пришли туда, куда нужно. Там мы должны дверь открыть и это нажать кнопку одну, и все. Да, только. А там босс будет? Что? Босс был уже. Что-то это. Подождите. Там есть кто-то вроде. Еще камушек один. Подождите меня. Подожди, Витальку. Идем. Как вы так быстро плывете? На шифте! Наверх! Я жму! Сейчас, подождите, давайте фонарик возьму, посвечу. Я выбрал... Дайте, как вылезть? Я фаер туда ёбну. Давай, о, давай, тема. Киньте фаер, посмотрю. Нужно дверь пошире. Не надо! Дверь пошире? Да киньте камушек один. А убрать можете? Можно убрать камень? Не-не. А нам походу ниже туда. Вы не закрыли? Смотрите, бля. А здесь куча трупов.
Динамит? Вон там веревка нам, походу, вниз спустится. Финальная ракета есть. Вот здесь босс будет. Смотрите, сколько... А чё мне зажигалка не горит? Вот здесь, смотрите, сколько скелетов. Снизу вон веревка. Спускаемся? Кому батарея? Так, здесь еще проход какой-то есть. А у меня есть батарейка. Мы Тимми так и не нашли. Для Тимми живого какого-то. Так, вот тут проход. А ты кто фаер там снизу кинул? А, я кинул, да. Он прошел. Три, только они не горячие-то. Мы вниз идем или в проход? Сначала поджечь. Да, пошли в проход. Или вниз? Давайте вниз. Эрнест, я не слушаю тебя никто. Идем вниз. Идем. Ну ладно. Давайте. Грубее надо, Эрнест. Давайте Юлик первый. То есть вроде плыть опять куда-то. То есть можно подняться вверх. Тут плыть, мне кажется. Да, здесь плыть. Так поплыли. Поднимаемся. Ой. Ой. Не, нам плыть. Если это плыть, так... Алика как послушай. Нет, мы тебя послушали. Я тебя поддержал просто. Я тебя поддержал, я думал, ты хочешь. Че не хочу? Ой, а че я тут? А, понял. Подожди. Оу, здесь куча крови, пацаны. Мы были здесь, да? Не были. Как вы здесь были, если здесь... Вот смотри, здесь совсем по-другому. Мы здесь точно быть не могли. Вон там что-то вижу. Прощальна какая-то. Идем. Юлик, давайте Юлика первого пустим. А выход какой-то? Давайте я выйду. Не-не-не, давай Юлик. Я уже вышел. Ладно, я тоже пойду тогда. Не убили вас еще? Не. А мы на улице. О, все, у меня лаборатория. А мы вышли опять куда-то? Опять в дом зашли. О, голову кто-то потерял. Они на меня разве не живы? Блямба, нам уже назад с трупом придется возвращаться или нет? Я думаю, не придется нам возвращаться. Ну, некоторым особенно. У меня что, денег нету? У меня денег нет, наверное. Так. В смысле денег нет? Работает? Аппарат работает? Да. Да. Что, Виталик? Денег не имею? Я спизжу. Должен потратил. Я просто сжигал деньги, блядь. А это как его? А листья монеты, оставлял, да? Монеты. Тихо, эти компьютеры разбить можно? Что, микросхема? Кто хочет сесть на голову? Ну его нафиг, пошли отсюда, я не хочу здесь находиться, мне неприятно. Это Денису как неприятно, мы его оставили, бля. Только пришел с нами поиграть. Подрубайте хажда мои. Вы видели? Суктукасом просверлили ему голову. Походу я знаю, куда нам идти. Он походу сам пистолет не нашел. Ну опять в этом. Он засверлился. Гасите ящик. Не гасите. Динамит, отлично. Не, не динамит, нет. А, сигналки? Да. Обидненько. Кто первый пойдет? Подожди, у меня фонарик. Батарейку поменяю. Да здесь светло. Лифт? Да. К сожалению. А Рока через дверь прошел закрытый. Че за фигня? Закрыто было. Карточки есть? Ребята? Нет. А, только у меня одного. Не знаю. Я мог ей нажать, но. Серьезнее взял бы. Давай я динамит возьму, если что, и лучше взорвемся, чем превратимся в такую дрянь. Если меня еда кончает. Чуть шоколадок не купил, денег нету. О, сколько перьев, Юлькин. О, как светло.
Вот, давай, а, Юль. А как ты столько перьев на один топор родил? А вы сквозь двери вышли. Это скорость удара. Кто там? Кто там? Крафт. Ой, мы... Всё, мы прошли. Всё, мы прошли. Всё, мы прошли игру. А вот здесь вот босс, наверное, будет, да? Всё, мы... Не, мы эту кнопку нажмём и всё. Е, нажмём и... Я нажал. Прошли мы. Я нажал. Ой, здесь есть. Ой, я нашёл свою фотку, кстати. Вот тут есть, are you sure? Ну давайте, нажимайте. Жмите кнопки. Я нажал. Вы нажали? Да. Press continue. Activate. Два из четырёх. Ну так, один из четырёх. Что там такое? А здесь компьютеры есть ещё, пацаны. Какие? Зачем? Нажмите. Один четыре? Да. Я нажал. Кто-то один не нажал. Кто не нажал? Блять. Я нажал. А вот, сейчас нажал. О. Все, пошли. Сейчас самолет пролетит. И что мы будем с ним делать? И нафиг взорвет все подряд, да? Уничтожит здесь все. Где у нас на это? А, он сам все за меня делает. А, сейчас упадет самолет такой же самый, как у нас было раньше. Выбежите все. Опа, телепорт. Что это было? Меня какой-то энергией по ебальнику дало. Тоже стало. Самолет его сломал. А, показывает, как мы разбились? Не-не, это новый самолет. Че, серьезно? Да. Только зачем нам еще один? Сейчас смотри, что будет. Мы пойдем искать выживших. Че, серьезно? Так, тогда сейчас пойдем живого искать, короче, и... Вот. Год спустя. Ну и что у нас год спустя происходит? Нам же живой образец нужно, да? Что там? Так, мало ли шо... Так может, там кто-то выжил? Не-не. Вот этот Мауи. Смотрите, он весь трясется. Он у вас... Вы его тоже за руку держите? Все, прошли. Все, прошли. Он без ног? Нет, с ногами. Я с тобой порвал. Вы тоже? Да. Где вы? Мы возле Малого сидим. Я тоже. Look, you can sit on the cover. I feel like you're как really душевно. Blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me there. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. Сейчас батя покажет, как рубить надо. Yes! Alright! Grab Timmy and let's head on over. Дайте бензопилу. Watch your step. А ты чё мне ещё один топор даёт? Вон, соревновиться будет. Кто, кто быстрее? Here we go! Сейчас по человеку ударим. Is he okay? Можете бывать? Пей сейчас водит. Я тоже мало трясется. Да. Понимаю, походу Габельск. Все разрадовались, и тут мало. Умер. Не, не умер. Не, с него сейчас... Опять фигня вылезет, походу.
Не, умрет, по идее. Да, тоже умереть. Да умрет еще раз, оживим. Не-не, умрет. Пойдем того лысого. Все, умер. Нет, а ожил, нет. Ожил. У него глаза карие, Виталик. Все, все. Походу. Получено да. Достижение. Все, все прошли. Город, да, прошли. Так легко? Скучная игра. Не стоит она тех денег. Все так легко было. За два дня прошли, ё-моё. Я в душе. А малый рядом? А чё тут тряпок столько много? А привычка какой что? Какой жирный, бля. А привычка, что куча тряпок? И пофиг, в одежде вошёл. Это а мелкий. Тимми. Так мы превратились в мелкого, походу. А, да-да, ты Тимми. А чё мелкий такой бардак развёл? Он вообще опух. Мы его вообще там вытащили, жизнь после ООН. Буха и так далее. А чё это такое стаи 2, а? Это остров тот. Опа. Мусор появляется. Чё у него за грузы? Опыль, не бойся, все окей, все, все нормально. Все? Так все легко, что ли? Я думаю, продолжение. Нет. Не-не-не, вот. Все. Продолжение, если будет, то в следующий год. Капец. And night. Keycard. Все, выходим. Не читаем эти субтитры. А, иди сюда, делать его встречу, читать еще. У меня 1500 FPS. У меня 1500. А 1900? Да он поднимается, это фигня, это просто картинки, забей. Сколько у вас? 1400. 1600.